Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Неро Янг. Сегодня мы с вами рассмотрим отличный контроль, подмену и сменку. То есть это все будет основано на одной технике, которую я увидел в Инстаграме. Техника очень и очень прикольная, и я думаю, вам стоит с ней ознакомиться. Чисто хотя бы для того, чтобы увидеть, как это работает. Возможно, кто-то из вас и будет ее использовать. Кстати, для выступлений она офигенно подойдет, потому что если вы работаете со столиком, и у вас есть коврик, то вы сможете ее делать без проблем. И она буквально вот где-то, ну, даже больше 180 градусов у нее угол обзора. Ну и в принципе, что тянуть, поставьте лайк на это видео и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну а мы переходим к обучению. Если вы хотите приобрести самые качественные игральные карты для своих фокусов по самым лучшим ценам, переходите в магазин 54cards.ru. Там вы найдете отличные колоды, дизайнерские, стандартные, трюковые и так далее. Выбор огромный. Переходим по ссылочке в описании и закупаем колоды именно там. Перво-наперво мы даем зрителю выбрать карту. Это может быть любая карта, абсолютно, какую он только захочет. Допустим, вот двойка пик. Он нам ее возвращает в руку. И пока он ее запоминал, мы должны поставить брейк мизинцем на верхней карте. Мы берем его карту, возвращаем к колоде и кидаем вот так вот на стол. На самом деле мы сюда уже положили, разумеется, две карты. На этом и строится принцип. То есть, смотрите, у нас на столе лежит две карты. Если мы проведем вот так рукой, мы заберем одну, следовательно, здесь будет уже другая. Только проводить мы будем веером, чтобы это смотрелось адекватно и более-менее закрывало все происходящее. Итак, даем зрителю взять карту. Допустим, он взял вот эту. Он ее запоминает, мы ставим брейк мизинцем. Кстати, если кто-то думает, почему я объясняю с этой стороны, это ж ничего не понятно. Наоборот, с этой стороны все будет видно, как все происходит. Итак, берем эту карту, возвращаем и забираем две карты с брейка. То есть в руке у нас будет две карты. Держим мы их следующим образом. Здесь большой, здесь средний, указательный придерживает. И мы чуть-чуть вот так вот сгибаем их и кладем на стол аккуратно. То есть, если вы просто вот так вот кинете ровно, они не разъедутся. Ну, разумеется, если вы не будете кидать вот так. То есть, просто оп, отпустили. Грубо говоря, мы просто отпускаем вот эти два пальца. Все, карты не разъехались, они лежат здесь. Теперь нужно сделать веер. Я не мастер по веерам, но какой-нибудь сейчас сделаю. Желательно сделать максимально большой веер, насколько это вы можете сделать. Сделали веер, косой, не косой, неважно. И вот этими вот костяшками левой руки вы должны забрать верхнюю карту, когда проводите по ней веером. Вот так. То есть таким образом мы забираем карту. Давайте я ее переверну вот так лицом вверх, чтобы было лучше видно. И просто покажу сначала без веера. Вот так. То есть веер идет чуть впереди, так как мы его держим, да? Он все прикрывает. Костяшки забирают карту. Далее, что происходит? Давайте мы вернемся к началу. Здесь у нас есть семерка буби, которую выбрал зритель. И под ней будет одна левая карта. Делаем следующее. Веер. Костяшки забирают карту. И зритель думает, что здесь его карта. Мы ее убираем в любое место колоды. Далее важный моментик. Главное не поднимать веер слишком высоко, иначе вы запалите вот эту лежащую карту. Все, что нужно сделать, это просто вот отпустить веер и все сравнять. И все, карта будет снизу колоды. Давайте еще раз. Любая карта. Семерка крестья. Забрали две. Вместе вот так. Сбросили. Делаем веер. Просто проводим. И костяшки забирают верхнюю часть. То есть саму карту, грубо говоря, которую зритель выбрал. Закидываем в центр. Отпускаем веер и помогаем второй рукой все это дело сравнять. Желательно, чтобы карта, разумеется, вот так не выехала. То есть смотрите, давайте еще раз. Чтобы наверняка. Семь крести. Оп. Провели. Закинули. Все это дело подровняли.
Я надеюсь, вам понравился этот контроль карты, эта подмена, эта сменка. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И да, у нас был розыгрыш колоды Glamour Nugget оранжевого цвета. Сейчас на своем экране вы видите победителя в этом розыгрыше. Как раз-таки, когда я начал снимать это видео, он был самым последним комментатором.